Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Также я хотел бы посоветовать канал Playtime.ru. На его канале ты сможешь найти много различных рубрик, таких как обзор игровых приставок, прохождение игр и также игра в мультиплеере. Большое количество стримов и выживание в постапокалиптических играх. Ссылочка на него в описании. Прошу зайти и подписаться. Вдруг вам что-то понравится. А мы продолжаем смотреть видео. И, ребят, в этой серии мы, наверное, дальше пойдем куда-то путешествовать и также искать каких-то новых покемонов, заодно прокачивая наших. Да. Ребят, музей я еще не достроил, поэтому в этой серии я вряд ли кого добавлю. Но вы не прекращайте комментировать, потому что каждый комментарий ваш я записываю. И чем больше вы комментируете, тем больше вероятность того, что вы попадете в музей. Да. Так, а что это такое? У нас есть уже вот это. Корн... кукуруза, походу. Ну ладно. Нам нужно... Сейчас, давайте тогда... Давайте тогда. Нам еще 4 уровня нашему... Чаризарду. Один уровень. Кому еще там? Один уровень Дактрио, да. И в принципе больше я пока что не вижу. Так, ладно, что тут мы можем выложить, что мы можем забрать? Вот это. Вот это, да? Вроде. Что я еще хотел сказать? Точнее, что-то хотел, но уже забыл, если честно. Давайте еще сначала вот это все выложим. Так. Это сюда можно. Что еще можно? Сюда. Есть что-то, что сюда можно? Вроде есть, да. Сюда. Ой, нет. Хилочки можно выложить. Сюда бол можно выложить. И сюда вот это можно выложить. Еще вот. А что-то у меня звук тихо... Тих. Короче, хрен его знает. Тихий, ну. Может, давайте опять... Ой, это что там валяется? А, ганпаудер. Тротини. В том смысле, ребята, я никак не могу найти джунгли, хоть убейте, но я не знаю, где они. И где их, если честно, искать. Я хочу джунгли найти, я хочу глиняный биом найти, чтобы уже словить наконец-то каких-то новых покемонов. Ну, допустим, да, минус 2800, 500. Минус 2800, 75, 500. Вот. Я хочу с вами найти глиняный биом, я хочу с вами найти какой джунгли, да? Потому что в джунглях, в принципе, Мью. Ой, это кто? Magikarp. В джунглях, в принципе, Мью, который отлично спавнит. Ну, в принципе, чаще, мне кажется, спавнится, чем тот же Гроудон. И поэтому было бы классно, если бы мы ее нашли. Так, это что? Можно собрать. Magikarp. Опа. Сейчас давайте мы прокачаем уже через Чаризарда и Дактрио. Ух, ни хрена себе. А почему я случайно на Марипа поменял? Точнее, не, даже не случайно, а оно взялось как-то и поменялось. Ну да ладно. То есть, смотрите, один уровень мы прокачаем Дактрио. Вот он, спор. Так, и сразу же выкладываем его в компьютер и возьмем, я не знаю, кого-то другого, да? Так, ну что тогда? Полетели. Только сначала опять выключить немного звук. Я, если честно, ребят, иногда удивляюсь, как из людей, например. Нашел я один комментарий, да? То есть, где мне написали. Эдисон, собирай, пожалуйста, еду и априконы за кадром. Второй комментарий. Эдисон, пожалуйста, вот, путешествуй. Вот так, как мы еще летаем, ищем биомы и покемонов. Путешествуй, пожалуйста, за кадром. Еще один биом. Строй дом... О, еще один биом. Чё я сказал? Еще один биом. Еще один комментарий.
Эдисон. Строй за кадром. Еще один. Эдисон, ходи в шахту за кадром. Эдисон, делай, пожалуйста, покеболы за кадром. Эдисон, добавляй людей в музей за кадром. Эдисон, пожалуйста, не говори много, или там заговори тоже за кадром. То есть, ребята, если я не буду ходить в шахту, если я не буду путешествовать, если я не буду делать покеболы, если я не буду строить дом, если я вообще ничего не буду делать, то вообще в чем смысл? То есть я захожу. Всем привет, дорогие друзья, включаю монтаж сражением с другими покемонами. Убил одного, убил другого, убил третьего, убил четвертого, словил одного, словил второго, прокачал одного, прокачал второго, эволюционировал одного покемона, эволюционировал второго покемона. Все, через 2 минуты серии, все, ребята, мы закончили эту серию, мы ничего... То есть я все делал за кадром, чтобы вам было интересней. И все, ребята, давайте на этом заканчивать. Вот так должно быть, то есть 2 минуты видео. Просто если вот люди такое пишут, это просто... Я уже, если честно, не знаю, что им уже говорить, потому что это, если честно, немного глупо. Если делать все за кадром, то что вообще тут делать? Если, например, я сейчас летаю ночью, да, если бы я летал за кадром, ну вдруг сейчас ночью что-то над океаном где-то заспавнится Лугия, да? Ну допустим. А у меня это будет за кадром. А потом я быстро... Ох, ребята, извиняюсь, это все было за кадром, то есть Лугия заспавнилась, но я... Вот это не записалось, потому что я все это делал за кадром, то есть я путешествовал за кадром. И кто-то думает, что... То есть, кто это написал, думает, что мне кто-то поверит, то, что Лугия вот так заспавнилась. То есть, большинство, в принципе, даже мне написано то, что Эдисон читер заспавнил там как-то Лугию. И, в принципе, будут и правы, потому что у меня нету доказательств. Поэтому это действительно немного как-то глупо, я не знаю. Опа. Ладно, давайте, ребята, дальше куда-то полетим. Desert Hills, Грудон, выходи погулять ночью. Опа, еще одна деревня. Тут кузницы нету. Тогда полетели дальше. А мы нигде не пропустили сокровищницу какую-то. А, там босс был, ну да ладно, уже не успели. Опа, может алтарчик какой-то будет. А я, если честно, даже в зимнем биоме не нашел алтаря Забдуса, потому что фиг его знает. Как-то он не очень захотел спавниться, Диглет, ну понятно. Ладно, давайте еще немного полетаем, то есть я не знаю, где эти джунгли, я не знаю, где этот глиняный биом, но... Мы уже столько пролетели, что это с ума сойти. Так. Опа, островок какой. Нет, это не островок, это новый... Материк какой-то. Так, давайте быстренько спустимся, если не убьемся. Так, нужно лучше вниз смотреть, чтобы видеть. Опа, вот, нормально. Фу. Ребят, я даже не знаю. Ну, кто-то Суйкун или кто там спавнится на пляже, может... О, еще одна деревня. Может там сейчас на... О! И вот сокровищница. Я чуть ее не пропустил. Так, и там кузница. Тоже классно. Смотрите, какая большая деревня. То есть очень большую деревню мы нашли. Опа. А, ну как, ну не прям-прям очень, но все же. Хотя нет, смотрите, вот тут, даже на карте она большая выглядит. Так, ладно. Давайте быстренько сюда спустимся. Что тут будет? Наверное, опять какая-то фигня, но... Но это нам не нужно, это нам, в принципе, тоже не нужно. Куда мы это будем оседлать на... Я не знаю, кто там конячка есть... Хрен его знает. Джирафарич нет, не подойдет. Это нужно на конячку. На Тауруса тоже не подойдет. Поэтому вряд ли на кого-то. Опа. Так. Фу. Спускаемся. Там еще и босс, я вижу. Медленно спустимся. Посмотрим. И пойдем еще, наверное, на пляж прогуляемся. Это возьмем. Если бы еще что-то видел. Так. Тут я взял... Вот это возьмем. Сейчас с этой стороны. Ух, алмазики. 3 алмазика. Еще 2 алмазика. Ребят, мы 5 алмазов нашли в одном... Да чё ты... А вот это реально классно. Смотрите, то есть... С одной стороны, оно хреново, что вверх поднимается. Потому что каждый раз нужно спускаться, в принципе, как мы это делаем, да? Но с другой стороны, классно, потому что можно быстро подниматься. Джудут. Да нет, Свамперт. Кабуто, Марипа, ладно, убили Сандайла, Свамперта. Но Свамперт его должен, в принципе, с одного удара.
Ну, да, практически с одного. Ух, охренеть, сколько там всего. Санда так. Кранч. Ух. Так, ладно, ща. Ща. Это выкинем. Уже можно 3 собрать, да? Так. Это можно опять сюда поставить. И собрать еще вот это. И тоже сюда поставить. И вот это сюда поставить. Да. Ху. На пляже. Ну, выходите кто-то погулять. Ну, боссики. Шайни. Я еще лучше легенды, если честно, да? Пожалуйста, выйдите кто-то. Мы же на пляже. А ну, знаете, ладно. По приколу. Ну да, в принципе, там свои системы вот этого. Упал с метра, чуть не убился. Так, а ну по приколу, знаете что? А ну давайте попробуем нашим Чаризардика полетать. Ух, ребят, я извиняюсь, я случайно нажал. Я прям случайно нажал и не заметил, что видео остановилось. Твою ж... Ладно, сейчас, секунду, ребята. Так, ладно, ребят, я опять забыл на паузу нажать. Точнее, снять. Твою мать, что-то я... Прошу прощения, то есть я ребят, не знаю, как, когда я вот сюда... Да твою мать, да дайте... Ребят, кстати, Шайни мы нашли, но это так, без записи, то есть... Когда мы сюда прилетели, на этот остров Чаризарда, то я случайно нажал на F5, поменялась камера. А потом, когда хотел ее обратно поменять, случайно нажал на кнопку, и запись остановилась. А потом, когда я возобновил, я нажал... паузу и сказал вам секунду то, что мне нужно было посмотреть. А потом я продолжил, опять немного полетал. Да твою мать, да дай нам чем-то тебя ударить, а? Как будто через ад. Мы сейчас любым, если тебя стукнем. Ух, я даже не знаю. А и потом, когда я опять нажал на паузу, я потом забыл снять. И поэтому я немного полетал и нашли мы тут Мантина. Шайни в воде. Но что-то мне кажется, что хрен мы его словим. То есть у нас все. Он убил уже всех наших покемонов, которые могли его снести чуть-чуть урона. Пожалуйста, я тебя прошу. Ну не будь ты скотиной, но мы на тебя уже потратили 3-4, уже вроде 5 разных болов. Пожалуйста, у тебя пол ХП. Сейчас, зараза, иди сюда. Ты где? Флаффи. Вот. Я что еще хотел показать? Там я пытался заспавнить... Да твою мать, а. Да твою мать, да дай нам тебе чем-то ударить. О, красавец Сандайл. Я хотел заспавнить Азумарила, потому что я Азурила, потому что я показывал, что его нету в этой игре. Ну, в смысле, в данный момент в моде. Но я не знаю, записалось ли это или нет, потому что, еще раз говорю, я нажал на паузу, и я не знаю. Ну, короче, кто мне доказывает, что Азурила нет, что Азурила есть в игре, и почему ты словил Марила, если ты мог словить Азурила, то, ребята, нету Азурила в этой игре. Марил — это вторая его эволюция. Есть Марил, есть Азумарил. Азурила нету в этой игре в данный момент. Да, он первая эволюция, но его нету. Паскуда ты! Плавучая, водная, китовая какая-то... Как это называется? Не кит, а какой-то... Не, понятно, не кит. Кит это другой покемон. Скат, вот! Скатовая, зараза. Ребят, мы его не словим. Это миллиард процентов мы его не словим. У него красные жизни. Мы на него потратили 10 ультраболов и 1 левелбол. На 34-го твою фуражку уровня. И он не залазит нахрен. Он не пытается, он даже не хочет залезть. Я вот на кого, но я на него миллиард процентов не буду мастербол использовать. Я его лучше профукаю, но я на него не использую мастербол. А как его вообще словить? Чем, что... Как его стукнуть, что сделать, чтобы его словить? Мы на него потратили... Иди в жопу, а? Мы на него потратили... Где ты? Да твою мать, ну чё ты такой быстрый-то? Вот тут я уже боюсь дальше что-то делать.
Флаффи, пожалуйста, давай еще разочек. У нас... Кабуто. Все, я просто сейчас, ребят, молчу, просто я даже не знаю, что нам делать. У нас осталось 5 ультраболов. Дальше что-то делать вообще. Не 5, но 8, допустим, да? Эта скотина вообще никак просто так не сдастся, да? Еще 3, твою мать, еще 3 ультрабола. Я тебе задницу-то распинаю, твою плавучую. Вот такие меня бесят очень. Еще один, еще один. Еще один. И еще один. Иди ты нахрен. Хрень ты рыбная. Иди с... На, один. Вот мне нужно, чтобы ты не убил Сандайла. Мне нужно, чтобы ты его не убил. Иди сюда. Не убивай его. Пожалуйста. Иди сюда, скотина. Огненный против водного, похрен. Похрен, да, а чё? Убьём. Ху, класс, Чаризард, ты прям молодец. Но я на него использовал, сейчас мы эти 5 ультраболов на него, да, используем. И всё, я на эту чурку плавучую использовал 22 бола разных. Я не знаю даже, как эту серию назвать. Наверное, как-то твою мать самый дотошный покемон в мире. Монтайн. Я Иви ловлю, ну, максимум 6-7 болов, но то это уже Иви должна быть прям настолько... Последний. Иди. Да я тебе чем-то хренакну. Скотина, твою мать. Жалко, что я на него столько... Я на него потратил... Сколько на него потратил? 19 ультраболов. Один левел бол. И это хрень мелкая, даже не, даже не подумала на секунду, чтобы залезть в покебол. Даже секунду не подумала. Как меня вот такие бесят. Не, ну смотрите, а каким способом мы его должны были словить? Каким? Класс фосил нашли. Сейчас, ребята. Как мы его должны были словить? То есть каким способом? Как? То есть, не, ну в принципе, даже если подумать, как мы его должны были словить? Ультраболы он не лезет. Да, в ультраболы он не лезет. Левелболы он не лезет. Да, еще вот эта хрень. У нас даже факелов нету, чтобы себе сделать. Ладно. Вот тут нужно запомнить, есть фосил, мы потом его заберем. Сейчас, в принципе, никак мы его не можем забрать. Ребят, как мы его должны были словить? В 20 ультраболов он не залез. Хотя мы ему и оставляли по пару ХП, то есть красное ХП. Он никак туда не залазил. Пик у нас уже есть. Он никак туда не залазил. Мы его конфузили, то есть... И конфузили, и свагером его били. Он был в конфузе, и тем самым он и так не... Это что там? И тем самым он и так не залазил в покебол. Левелболом мы его тоже пытались ловить. Никак. А чем его нахрен ловить? Даскбола у нас, во-первых, не было, а во-вторых, это не ночь была, чтобы его ловить даскболом. Поэтому, ладно, профукали мы Монтина и Монтайна, как он там правильно читается. Но, ладно. Ладно, то есть, есть такие вот паскуды, да, ребята? Я думаю, все со мной согласны, что есть такие покемоны, да, даже та же Иви, знаете, когда попадается такая прям, ну прям... Скотина, когда попадается какая-то скотина Иви, то максимум мы на нее тратим, ну, 7-8 разных болов, чтобы ее словить. А вот тут первый раз Шайн, Мантин,
Монтайн. 30 уровень. Ни хрен. Мы на него тратим около 19 или сколько там булов. Хрен он залезет. Да ну, зачем? Зараза, на одного... Это... Печалит то, что, во-первых, мы его не словили. А во-вторых, можно его было даже не пытаться ловить. Потому что огорчает то, что... Ну, во-первых, мы его не словили. А во-вторых, то, что мы на него потратили все наши запасы... О, три эмиральда. Класс. А во-вторых, то, что мы на него потратили просто все запасы нашего... наших покеболов. А если бы я знал, что мы его не словим, тогда бы я бы даже покеболы не тратил, и все бы покеболы у нас еще до сих пор бы остались, и мы ими бы могли еще дальше продолжать ловить. А вот сейчас нужно опять покеболы делать. Стою. Сейчас еще дольше мы будем покеболы делать, только потому что у нас нету алмазного молотка. А чтобы его добыть, нужно или крафтить. У нас, в принципе, есть 5 алмазов, но... Или крафтить, или просто продолжить охоту на боссов и попытаться выбить молоток, да? Ладно, ребят, давайте прямо на этом тут закончим. Продолжим вот тут, потом... О, нет, ща, ребят, секунду. А мы не... Ну да, в принципе, как мы тут должны... могли быть. Вот куча заспавнилась вот этих сокровищниц. Ща, ребята, мы, в принципе, тут уже и закончим, я говорю. Так, быстренько, что тут может быть? Не, ну 3 эмеральда это классно, если честно, они нам понадобятся. Потому что для клонирования машины, ну, в смысле, Мьюту, нам нужно 2 эмеральда. У нас, в принципе, был один, но это круто, что мы нашли второй. Еще 3 алмаза. Ребята, 8 алмазов. И эти 8 алмазов мы просто нашли в этих сокровищницах. Фух, ладно. Я не знаю, куда нам дальше идти, в принципе, дальше прокачивать наших покемонов. Мы, наверное, быстренько слетаем домой для того, чтобы выложить Дактрио и взять кого-то другого. Или, в принципе, пойдем тогда, когда мы прокачаем... Да твою же! Или тогда, когда мы прокачаем Чаризарда к 40-му уровню, чтобы его тоже вместе заодно с Дактрио выложить. Ребят, давайте на этом заканчивать. Прямо тут ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!